Привет! В этом видео я покажу 10 плагинов, которые я использую примерно в 99% своих битов. Это будет супер быстрая инструкция по этим плагинам и сценарий их использования. На примере вот этого вот биточка, вот так он звучит. Наверное, стоит убавить колонки. На примере вот этого биточка мы с помощью этих 10 плагинов соберем такую неплохо звучащую демочку, так что, в общем, давайте приступим. Но прежде чем вешать хотя бы один плагин, нам нужно обязательно сделать баланс громкости. А делать этот баланс до обработок нужно как минимум потому, что некоторых обработок с помощью баланса громкости нужно и можно избежать. Точнее, можно и нужно избежать, но вы меня поняли. Вот такой вот первичный баланс мне показался относительно нормальным. Первый плагин за этой шикарной десятки — это RC20, как минимум потому, что у нас тут есть зарендеренный шум винила. Давайте я его прибавлю. Вот так он звучит. И вы, наверное, спросите у меня, никто в здравом уме, конечно, это спрашивать не будет, но почему у тебя шум винила из RC20 зарендерен? Его же можно просто там включить. И вот RC20 со включенным шумом лежит на гитаре. Давайте его прибавим еще, чтобы получше слышно было. Теперь переключаемся, давайте, на 808. Шум никуда не делся. А именно вот этими дорожками из плейлиста FL Studio выводит треки по дорожкам стандартным методом. И если вы оставите включенным шум хотя бы на одном звуке, то этот шум будет в каждой зарендеренной вами дорожке. И это не дело. Так что шум лучше зарендерить, а если хотите использовать его с follow или DAC, то отдельно включать его автоматизацией на каких-то конкретных кусочках. И все равно инструмент с шумом, скорее всего, рендерить придется отдельно. Ну и тут у меня к тебе есть малюсенькая просьба. Поставь лайк этому ролику, потому что если конкретно ты поставишь ему лайк, то это видео появится в рекомендациях у большего количества людей, и у него будет больше просмотров, и от этого я буду очень-очень рад. Так что поставь лайк. Спасибо. Теперь подробнее про RC20, и для этого давайте перейдем в Initial Preset. Пойдем сверху вниз. Вот здесь у нас выбор пресетов, и вот эта ручка Magnitude. Эта ручка Magnitude, она не просто как бы драйвет. Если мы ее покрутим, то она убавляет вот эти штучки пропорционально убавлению ручки Magnitude, если вообще поняли, о чем я сказал. Если не поняли, ничего страшного. Ниже у нас располагаются модули эффектов, потом у нас идет мастер-секция. Входная громкость, какой-то простенький эквалайзер, тони, то есть, грубо говоря, наклон больше высоких частот, либо больше низких частот. Потом out, то есть вот здесь гейн, выходная громкость и простенький стерео-расширитель. Итак, noise, вот это громкость шума. Вот тут можно выбрать разные типы шумов, как бы названия говорят сами за себя. Потом тони, высокочастотный шум, низкочастотный шум. Роутинг пост включает расположение шума в цепочке обработок уже после мастера. Не знаю, кому это надо, но кому-то это надо. Потом follow — это когда громкость шума следует за громкостью нашего звука, то есть ставим на максимум. Шум играет только тогда, когда играет гитара, а DAC наоборот. Шум стремится играть только тогда, когда гитара не играет. Шум я использую крайне-крайне редко. Иногда использую его на мастере, во вступлении или как-нибудь. Ну, в общем, у меня очень специфический сценарий его использования. Именно внутри бита у меня, как правило, шум нигде не включен по причине, которую я назвал до этого. Вобла. Я считаю, шикарно звучит. Это как бы нелинейность скорости воспроизведения. Типа всякие виниловые проигрыватели, ленточные проигрыватели, старые, с какими-то дряхлыми моторами, которые не способны ровно крутить пластинку или ровно воспроизводить ленту, иногда воссоздают вот такие вот артефакты, типа когда звук становится либо чуть выше по высоте тона, либо чуть ниже. Опять же, из-за того, что чуть-чуть скорость туда-сюда меняется. И вот это вобла именно это воссоздает. Что делает переключатель воу и флаттер? Воу — это более медленное движение от скорости большой к меньшей. Флаттер — это более быстрое движение. Если ползунок стоит по центру, то внутри более большого движения происходят более маленькие движения, как вы сейчас прекрасно слышите. Волшебный звук, повторяю. И я не рекомендую ставить воблу больше, наверное, процентов 8 точно. Рейд левый регулирует скорость перемещения воу. Рейд правый регулирует скорость перемещения флаттера. Стерео. Вот так лучше будет слышно. Довольно-таки сомнительная функция. Я ее очень редко использую, точнее, примерно никогда не использую. Она воссоздает нелинейность движения отдельно левого и правого канала. За счет этого у нас появляется разница между левым и правым каналом. И за счет этого у нас появляется стерео, потому что стерео в этом и состоит. Если мы покрутим ручку микс в этом режиме, то получим такой прикольный эффект хоруса за счет того, что к нашему сигналу, который меняет свою скорость воспроизведения, из-за этого постоянно скачет по высоте тона вверх-вниз, подмешивается сигнал, который, ну, обычный. Если мы еще флюксу сюда добавим,
появится вот такой вот эффект прикольного хоруса. Можно поэкспериментировать, я этим пользуюсь редко, но на каких-то там специфических моментах почему бы и нет. Флюкс, что он делает? Он как бы создает нелинейность внутри нелинейности. Грубо говоря, если мы ставим флюкс вот так вот, то насколько-то там каждый этих параметр мотыляется вверх-вниз. Пользуюсь я им крайне редко, но иногда чуть-чуть добавить остроты им можно. Хотя я все равно переключусь в итоге в винил 1 и настрою его, потому что я, как правило, так и поступаю. Вот стандартный пресет, который у меня открывается при запуске RC20, это винил 1. Я просто типа как-то его подкручу, чуть-чуть там убавляю воблу, чуть-чуть добавляю спейса туда-сюда. Но давайте разберемся отдельно со всеми настройками, как мы и собирались. И как обычно, напоминаю, что у меня недавно вышел большой, принципиально новый, отличный видеокурс по битмейкингу в FL Studio 20, который отлично подойдет новичкам. То есть, если ты ни разу не открывал FL Studio, с помощью этого видеокурса ты точно напишешь свой первый бит. Этот видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Окей, дисторшн. Ну, дисторшн. Разные виды перегруза. Мне больше всего нравится Air Pressure. Вот здесь вот фокус, так и написано. То есть мы можем изменять диапазон частот, на которые будет воздействовать этот дисторшн. Соответственно, ставим где-нибудь на половинку, вот как-нибудь вот так, и тем самым воздействуем только на средние частоты. Или, например, можем воздействовать только на высокие частоты, что довольно-таки странно. Но вот если я кручу фокус, то как-то так, то есть чтобы самый низ не грузился и самый верх тоже. И как-то можно еще немножко подкрутить микса и добавить легчайшего, я бы даже сказал, перегрузика, если это нужно. Флюкс выполняет ту же самую функцию, что и в вобле. Затем Digital. Буквально просто биткрашер. Тут тоже мы можем настроить частоты, на которых он будет влиять, подкрутить чуть-чуть микса, добавить смув и убавить. И еще убавить микса. И добавить немножко лоу-фай своему треку. Опять же, если нужно, то биткрашер есть здесь. Space. Реверберация. По умолчанию стерео в нем включено, то есть он создает как бы стереобазу. Это помогает в том числе, если у вас супер монозвук, как наша флейта, на которую мы тоже закинем RC20, она моно, и поэтому Space создаст для нее немножечко стерео. Хвост будет в стерео, сам звук-то будет по-прежнему в моно. Затем у нас есть параметр decay, это длина хвоста, а он тут измеряется в процентах, очень удобно. Для точной настройки, так сказать. Затем у нас есть опять же фокус, то есть мы можем сделать так, чтобы реверберация не накладывалась на те частоты, на которые мы не хотим, чтобы она накладывалась. Самый-самый верх отпиливаем, самый низ отпиливаем и... еще можем покрутить пределей. А вот пределей тут в миллисекундах, что не может не радовать. Что такое пределей? То есть у нас будет реверберация звучать с небольшим отставанием от основного звука. Это работает неплохо для ударных. Например, если вам нужно выделить атаку звука, вы чуть-чуть крутите пределей, и, соответственно, сам звук играет без реверберации и становится более острым. Далее магнитюда. Что это такое? Ну... это очередная эмуляция пленки, кассеты, вот этого всего. То есть, если по-простому, то VR — это медленное изменение громкости, и по умолчанию здесь также включено стерео, то есть левый и правый канал у нас относительно друг друга изменяются независимо. А Flutter — это более быстрое изменение громкости. Далее мастер-секция. Входная громкость. Если вам не хватает перегруза на дисторшене, то всегда можно добавить входной громкости, а потом убавить выходной громкости, и тем самым получить больше перегруза без изменения выходной громкости. Но просто ручка входной громкости, что тут еще объяснять. Потом идет эквалайзер, в нем есть два варианта среза верха, то есть хай-ката, более мягкий и более жесткий. И, соответственно, то же самое для среза низа. По умолчанию стоят более мягкие, и я их не трогаю, потому что они, ну, скажем так, звучат музыкальнее. А это просто, ну, типа срез, то есть мы выбираем фильтр и применяем фильтр, то есть срезаем то, что там ниже 97, и то, что выше там условных 12 Гц. Конечно, это жестко, так не надо, просто на слух, если вы вешаете его на какие-то индивидуальные инструменты, то аккуратненько на слух крутите так, чтобы он не вносил каких-то жестких изменений. Стандартный метод настройки фильтра — это крутить его до тех пор, пока вы не услышали конкретные изменения. После того, как вы услышали конкретные изменения, немножко вернуть его назад. Я провел АБ-тестирование с пресетом винил 1 и в итоге остановился на собственном пресете, только немножко вернул ему низа здесь и немножко вернул ему низа здесь. Если вдруг вы накрутили в RC20 что-то такое невероятно классное и очень сильно хотите его сохранить, то для этого нужно просто нажать сюда и нажать Save Preset S и назвать его ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И сохранить. Этот пресет появится у вас вот здесь вот. Теперь RC20 отправляется еще и на флейту. Только здесь мы отключим noise, добавим space. Как-то вот так.
К слову, эта ручка VIF, она не создает стереобазу, а просто управляет уже существующей. То есть, если мы крутанем у флейты VIF на 200%, то мы начнем гораздо больше слышать реверберации, потому что я ее добавил, и она является единственной, скажем так, стереосоставляющей этой флейты, но сама флейта шире не станет. То есть для того, чтобы расширить моносигнал, эта ручка не подходит. У ERC20 есть пара аналогов, например, плагин Reels, который звучит гораздо-гораздо грязнее, но при этом он для флейты, мне кажется, подходит даже получше. Еще есть Tape Mellow-Fi, который когда-то был бесплатным. Я не устаю это повторять, потому что я успел его забрать бесплатно. У него есть прикольный перегрузик. Стандартная настройка, по-моему, очень неплохая. Единственное, я шум убавляю. Ну и раз уж ты досмотрел до этого места, то, скорее всего, ролик тебя чем-то зацепил или чем-то тебе понравился. А это значит только одно. Тебе просто необходимо подписаться на мой канал. Поскольку другие мои ролики тебе тоже понравятся, а если ты подпишешься на канал и поставишь колокольчик, то будешь получать уведомления о моих свежих видео. Так что подпишись на канал прямо сейчас, а мы продолжаем. И я еще не сказал, что я создал группу инструментов на микшере. У нас есть группа со всеми инструментами. Потом у нас есть группа Low Bass, куда входит 808 кик. Потом у нас есть группа DRM, куда входят все ударные, кроме, естественно, кика. Группа DRM у меня разделяется на канал со снерами. Потом хай-хет. Сюда у меня идет закрытый хэт, открытый хэт и крэш в данном случае. Но если, например, у вас два закрытых хэта, то, возможно, есть смысл их отправить на отдельный канал. Потому что, типа, закрытые хэты и открытые хэты — это инструменты с разной динамикой. То есть, типа, закрытые хэты более быстрые, открытые хэты более медленные, если очень просто. Крэш скорее относится к открытым хэтам. И канал с перкуссией. Вот, сюда идет вся перкуссия. И потом все это собирается в канал DRM. Дальше я хочу повесить реверберацию, и это будет Valhalla Vintage Verb, потому что это ревербератор, который я использую чаще всего. Причем, как правило, вот этот самый стандартный инструмент. Просто задираем ему срез низа, и все. Go to, буквально. Причем мы не обязаны использовать его на самом инсерте, можем сделать из него сент. И по чуть-чуть отправить туда какие-то звуки. В случае использования сенда надо микс крутить на 100%. И если вы хотите очень сильно угореть по реверберации, делать ее прям точно красиво и классно, то ее нужно делать, естественно, сендами. И нужно делать отдельно сенд с маленьким пространством, там, со средним пространством, большим, то есть условно room, plate, hall. И для каждого room, plate и hall можно выбирать здесь пресет. Давайте возьмем, например, мне нравится пресет bright hall. И здесь вот у нас decay 4 секунды и пределей 20 миллисекунд. В пресете и delay, и предикей это усредненные параметры. И если вы хотите подстроить их под свой бит максимально точно и максимально красиво, то есть сайты типа такого, вот на него я оставлю ссылочку в описании. Вот я вбил сюда 140 BPM, и самое большое значение это 1 четверть, а там у нас 4 секунды. К 4 секундам ближайшее значение это 8 четвертых, а если 429 умножить на 8, то получится 3,432. А, кстати, при дилее надо поставить, наверное, 27 миллисекунд. И сразу реверб зазвучал в темп. На самом деле, конечно же, нет, но просто это пример того, как можно взаимодействовать с реверберацией. Это отдельные правила. Возможно, когда-нибудь для отдельного ролика эта тема. На реверберации мы можем сделать отдельную эквализацию даже с помощью вот этого маленького эквалайзера. Просто подрежем низ немножко, немножко можем приезжать вверх. Чем больше пространства, тем меньше верха, тем самым мы немножко отдаляем звук. То есть, типа, меньше верха, звук более далекий. И мы можем каждый канал посылать отдельно с разным драйветом, и мы можем отдельно регулировать всю громкость реверберации с помощью просто вот этой ручки. Часть ударных тоже можем в него послать. И, естественно, все это на какие-то просто микро-микро-микро значения. И использование сент-ревера ни в коем случае не запрещает вам использовать отдельную реверберацию на каждом канале. Хоть по 2, хоть по 3, хоть по 5, хоть по 10. Главное, чтобы это не замыливало ваш микс. В этом очень легко утонуть, если использовать слишком много реверберации. И, во-вторых, главное, чтобы это красиво звучало. И следующий в списке плагинов моих любимых — это эхо-бой. Эко-бой, как хочу, так и называю, короче. В общем-то, это обычный дилей. Можем на нем переключиться в вет, чтобы слышать только то, что он делает. Эхо таймом мы регулируем частоту повторений, фидбэком мы регулируем количество повторений. Low cut срез низа, high cut срез верха. Если мы нажмем на tweak, то увидим увеличение расширения стереобазы и LR offset, то есть, грубо говоря, стереоэнхансер прямо на хвост дилея. Здесь у нас переключатель темпа, по умолчанию он засинхронен с темпом, который у нас выставлен в FL Studio. Здесь разные, грубо говоря, характеры звучания дилея относительно его оригинального сигнала, то есть типа с небольшим запаздыванием, типа с небольшим грувом и так далее. Здесь переключатель вариантов дилея, то есть single mode, обычный дилей, dual mode мы можем отдельно
настраивать левое и правое ухо, и пинг-понг, когда звук от левого уха прыгает к правому и обратно. Переключимся обратно в какой-нибудь такой легенький микс. Если поставить вот так вот, то этот фидбэк будет в районе 100%. Если мы поставим больше 100%, то повторения будут не угасать, а наоборот набираться. Они угасают, потому что у меня выставлен эквалайзер. Еще Эхо Бой своего рода сатуратор. Мы можем подкрутить сатурацию, он будет влиять на обработанный сигнал. Для примера, вот так вот звучит хвост с максимальной сатурацией. И стандартный сценарий его использования — это добавить каких-то таких вот стерео-дилейных штук, особенно если мы перед этим поставили винтажайзер. И для Эхо Боя есть альтернатива, это Edge Delay от Waves. Он мне тоже нравится ничуть не меньше, чем Эхо Бой. Еще есть вот такая вот бесплатная штука, я даже на нем накрутил для себя вот такой вот пресетик. Звучит, по-моему, довольно хайпово. Штука бесплатная, ссылку, возможно, оставлю в описании. Настроек в нем запасом, например, вот эта дрифт прикольная штука, это касается именно хвоста дилейного, который действует примерно так же, как в Обла RC20. Что идет дальше? Конечно же, Сатурн на группу инструментов. Это сатуратор. В нем есть много разных прикольных вещей, типа Dynamics. Это своего рода Transient Shaper, крутим налево, звук становится более острым, крутим направо. Более колбасоидным. Мне кажется, что такая не самая прикольная штука, но в каких-то крайне редких случаях может подойти. Опять же, ручка микс, что вам она может сказать нового, это обычный драйвет. Потом фидбэк — это вещь, которую вообще не стоит трогать. Тони — это эквалайзер четырехполосный, драйв, соответственно, драйв. Мы можем крутить панораму драйва. Если вы ее вдруг сместили куда-то влево, то просто нажмите на нее два раза, поставьте 0, и она вернется на центр. Затем мы можем создавать здесь некоторое количество бендов и отдельно каждый бенд сатурировать и эквализировать, прибавлять, убавлять, делать с ним, в общем, все, что хотим. Даже можем выбирать варианты кроссфейда, то есть 12 более мягкий, 6 более, еще более мягкий, 48 более жесткий. Чем более жесткий кроссфейд, тем менее музыкально все звучит. Мой стандартный сценарий использования — это склеивание звуков, как в данном случае инструментов, так и потом мы его кинем еще на ударный. То есть за счет новых гармоник он немножко звуки между собой склеивает. Можем поставить вариант Clean Tape, он более мягкий, либо Clean Tube, он еще более мягкий. Мне нравится Clean Tape. Здесь мы можем немножко задрать вверх, немножко прибрать низ и чуть-чуть дать сатурации. Буквально каплю. То есть вот так вот вообще не надо. Если вы слышите какие-то явные искажения, которые создал Сатурн, то это однозначно знак того, что нужно ручку усиления крутить влево. Теперь то же самое на канале ударных. Здесь я тоже немножко опущу низ. Сильно трогать не нужно, потому что в ударных тоже есть низкие частоты, которые для них тоже важны. Если хотите очень сильно вот так вот сделать на каком-то из каналов, то это значит, что нужно это делать не на групповом канале, а на каком-то индивидуальном канале. Но еще у него есть, конечно же, разные варианты пресетов. То есть, если вы хотите использовать его как спецэффект, то имеет смысл зайти либо в FX, либо в Lo-Fi и пощелкать разные варианты, особенно там, если вы хотите кинуть что-то на какой-то там драм-луп в бридже, просто чтобы добавить какого-то интереса в свой бит. Еще на канал ударных мне очень нравится кидать Newfoundland Saturate. Это клиппер. Если мы поставим авто, то он автоматически будет подстраивать выходную громкость под ту, которая была до этого. Здесь мы выбираем тип клиппера Hard Soft. Я обычно где-то ставлю в районе там 75% хард, и драйвом просто ловлю тот звук, который мне кажется приемлемым, подходящим для данного случая. То есть типа больше драйва, более перегруженный звук, очень просто. Это же ручка драйв, она сама за себя говорит. Его же я довольно часто кидаю и на low bass, то есть на kick с басом. Тоже на каких-то таких примерно похожих настройках. Ну и эквалайзер, конечно же, это FabFilter Pro Q3. Я вешаю его, как правило, на группу инструментов обязательно. Не всегда я в нем что-то делаю, но почти всегда вешаю, чтобы к нему посмотреть и понять, что в данном случае здесь почти все окей. Можем переключиться на Natural Phase. Linear Phase, наверное, на нем включать совсем не обязательно, только если на мастере вам для чего-то он понадобится. А Natural Phase, он как бы не создает задержку, но как бы более мягко относится к фазе. Здесь бы я, наверное, чуть-чуть прибрал бы вот так вот полочкой. Аккуратно. Вот буквально. Типа самый-самый низ. Еще если совсем упарываться, можно поискать место, которое больше всего мешает звучать нашим ударным. Как правило, это в районе килогерца совсем-совсем с небольшим. И сюда в стереоплейсмент зайти и поставить мид, чтобы вырезать только то, что есть посередине. Потому что большая часть ударных у нас звучит все-таки в миде, то есть посередине, а не в стерео. А что такое мид и сайд, если очень упростить? Мид — это то, что в левом и правом ухе звучит на 100% одинаково, поэтому ощущается ровно по центру. А сайд — это то, что в левом и правом ухе, соответственно, между собой отличается. И за счет этого мы ощущаем стерео. А что с этим делать? Ну, можно было бы, конечно, нагуглить
картинку в интернете, расположение инструментов по mid-side в типичном треке и свести свой бит в соответствии с этой картинкой, но это скорее было бы ошибкой, потому что лучше выставлять mid-side и движение его, когда уже все сводится с финальным голосом. Поэтому на стадии бита лучше это не трогать и просто лучше сделать так, чтобы в этой области не было критических ошибок. И поэтому, как правило, я применяю mid-side эквализацию либо на шине инструментов, либо крайне редко на мастере, и то только чтобы немножко подрезать низ в сайде. И что я сделаю сейчас? Инструменты должны быть чуть больше в сайде, чем ударные. То есть сайд для инструментов важнее, чем для ударных, а мид для ударных важнее, чем для инструментов. Поэтому мы можем немножко прибрать инструменты в миде в районе тех частот, которые критически важны для наших ударных, и за счет этого получить более чистое звучание, но и то это не всегда обязательно делать. Вот наговорил я, конечно, воды. Ну и еще, конечно, в ProQ есть функция динамического эквалайзера. Это нужно для того, чтобы частота уменьшалась по громкости только когда она достигает определенного порога этой самой громкости. То есть пока она звучит очень тихо, ничего не происходит, эквалайзер не предпринимает никаких действий. Иногда бывает полезно, но с этим тоже лучше не заигрываться. Следующая прикольная штука, которую я хочу показать, это бесплатный плагин Pancake 2. Это штука, которая заставляет инструмент двигаться по панораме влево-вправо, ну или в любом направлении, которое вы ему зададите, потому что вот эти все штучки настраиваются, можно создавать новые точки, рисовать какие угодно движения. Вот здесь мы можем задать скорость движения. Наверное, не самый подходящий звук для этого, но именно на фортепиано я хочу его закинуть. Еще отлично подойдет на какие-то перкуссионные штучки. Например, мы можем добавить какой-то перк-луп и вот на него повесить тот самый панкейк. Это будет довольно-таки показательно. Миксы только немножко убавим. И за счет этого у нас появится какое-то движение, еще немножко убавлю. Ну и, конечно, A1 Stereo Control — это мой любимый легкий плагин по работе со стереобазой. Опять же, он не создает стереобазу, он не стереоэнхансер, он не делает монозвук стерео, а просто управляет тем, что есть. То есть вот так вот мы немножко добавим громкости сайду, и мы можем немножко сейв-баз сделать, то есть вырезать именно низкие частоты в сайд-составляющей, чтобы трек звучал более чистенько и более легко. И опять же, вот так вот делать я вам настоятельно не рекомендую. Ну, типа в районе 200 Гц будет достаточно. И опять же, все это нужно делать на слух. То есть вот здесь, мне кажется, можно как-то вот так. И эта флейта все-таки слишком громкая. И именно поэтому мы эту флейту сделаем ярче с помощью Fresh Air. Это очередной бесплатный плагин, который я использую очень часто. Что с ним можно сделать? Можно нажать вот эту кнопку и залинковать вот этот переключатель и вот этот переключатель, и сделать вот так и получить трэш, потому что так делать совершенно не стоит. Можем их разлинковать, и тут написано Mid Air, а здесь написано High Air. Это значит, что вот эта ручка добавляет очень высоких частот, а это добавляет просто высоких частот, если очень сильно упростить. Ну, типа, это улучшайзер, это саундгудайзер, который добавляет верх, но не добавляет низа. Что тут добавить еще, я не знаю. Просто если вам хочется сделать звук чуть-чуть, капельку ярче, то вы просто вешаете сюда Fresh Air и даете немножко там процентов 15, и этого будет достаточно. Но как и любой улучшайзер, вот этот Fresh Air, Soundgoodizer, вот эти всякие странные штучки, их стоит использовать чуть-чуть, капельку, потому что если жахать его сильно, то звук превращается, ну, вот 10 Soundgoodizer'ов на мастер повесь и проверь, во что превращается звук. И напишите уже в комментариях, как вы считаете, как правильно, Soundgoodizer или Soundgoodizer, потому что мне кажется, что единственное правильное произношение — это Soundgoodizer, а Soundgoodizer прям странно звучит, короче. И раз уж мы начали корректировать звучание флейт, у меня для вас есть еще один бесплатный плагин. Это Flux Mini 2. Я его поставил, потому что изначально я хотел LFO Tool, который раньше был бесплатным, потом стал платным. Потом на Same Sound среди инфы о бесплатных плагинах я увидел эту раздачу, установил его, и он мне понравился. Короче, еще я сделал себе пресет тремолатор. Я просто скопировал огибающую громкости из тремолатора, и этот плагин легче, поэтому вместо тремолатора я теперь использую его. Он синхронизирован с темпом нашего секвенсора, и тут мы можем настраивать его скорость. Вот поставим в 1/8 лишнего микса. Ну и, конечно же, half-time не совсем бесплатный, но я повешу его на хай-хеты, чтобы сделать вот так.
добавить, скажем так, нашим хай-хетам немножко веса. Ну и раз уж мы использовали уже 11 плагинов, давайте используем еще 2. Это будет маленький бонус, которым я пользуюсь просто невероятно редко, но может и когда-нибудь он вам пригодится. Берем 808 бас и его будем сейчас биткрашить. Для этого воспользуемся бесплатным, на тот момент, когда я его брал бесплатно, КХЗ Биткраш. Там был целый бандл на раздаче. Не знаю, есть ли он сейчас. Если будет раздача этого бандла, я оставлю ссылку в описании. Итак, вот он создает такой эффект. Тут мы можем настраивать его микс, там разные другие параметры. Нас больше всего интересует его именно микс и вот это значение в герцах. У меня высота тона баса это F-sharp. И поэтому мы можем настроить вот эту штучку, чтобы она создавала вот этот резонансик на F-sharp, чтобы у нас даже биткраш был в тон к басу. Для этого нам нужно взять какой-нибудь эквалайзер. Давайте возьмем Pro Q3. Внизу у меня нажата вот эта клавиатурка. Находим F-sharp, вот она. И получаем 1480. Нет, низковато. Давайте следующую октаву. Вот это, да, 5919. Изначальная частота здесь уже похожая, но мы просто опускаем до 5900 и получаем. На самом деле почти ничего не изменилось, но типа мы можем тешить себя тем, что биткраш в тон к нашему 808. После этого можем повесить на бас небольшой Little Radiator. Отключаем нойзи и можем добавить немножко хита. И убавить микса. Этот Little Radiator немножко подчеркнул наш биткраш, поэтому мы его конкретно убавим. Ну и по итогу можем разогнать все это в G-Clip на мастере. Немножко добавил усиление ударным, и все, по-моему, неплохо звучащая демочка вполне даже собрана. Если вам это видео понравилось, то обязательно ставьте ему лайк и обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И также напоминаю, что у меня вышел большой, принципиально новый видеокурс по битмейкингу в FL Studio 20, который отлично подойдет и новичкам. Он стоит 4290 рублей, чтобы узнать о нем подробнее или его заказать. Напишите мне, ссылка на меня есть в описании прямо под этим видео, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. Обязательно напишите в комментариях, узнали вы что-нибудь интересненькое из этого видоса. И, наверное, на этом у меня все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Жду вас в следующем видео.